Привет, с вами Чик Чип. Сегодня я снимаю видео про типы людей в... Там... Нет. Когда я остался один дома, меня одна девочка просила. И она сказала, типа, сними на даче, в школе, в клубе. И когда я остался один дома. Но я, конечно же, решил снять, когда я остался... Да, остался один дома, потому что я сейчас одна дома. Так что давайте первый тип. А, стоп. Если ты еще не подписан на канал, подпишись быстрее. Я жду. Подписался? Окей. А колокольчик? Теперь супер. Еще не забудьте поставить лайк. Ну, а мы начинаем. Первый тип людей. Называется... не знаю даже, как назвать этого человека, просто смотрите. Ань, пока. А, мам, стой, а дверь закрыть? Блин, она уже ушла. У кого встречались такие люди, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, а мы приступаем ко второму типу людей. Да, все. И это человек, который совершенно пофиг на обстановку. Вот, все, начнем. Пока. Ура, ура! Я буду сидеть за планшетом и смотреть YouTube. Любите своих видео. Это сова. Первый. Ну, иногда я такой бываю. Ну, бывает. Да. И, кстати, вы смотрели это видео, которое я показала? Скорее всего, нет. Так что посмотрите. Обязательно. Он своей милой маленькой такой сестреночкой. Давайте приступим к третьему виду людей, типу. Называть не буду, потому что... Чтобы это был сюрприз. Ань, пока, я ушла. Она ушла. Ой, мороженки, я так по тебе соскучилась. Проснулась моя сестренка, и давайте приступим к четвертому виду людей, и просто третий тип вид. Это просто было очень смешно. Ну, не знаю, мне показалось это очень классным. Ну, мне кажется, ой, четвертый тип людей будет очень странным. Ань, пока. Мама, ну когда же ты придёшь? Мама, зачем ты меня настолько замком закрыла? Мама. Честно, тип, мне кажется, очень странный. Я в Венеции сейчас. Угу, конечно. Мне кажется, я забыла еще один тип. Приступим. Пока. Мам, мама, мама, ты уже меня закрыла. Ты не забыла меня купить? Килограмм конфет. Она купит мне килограмм конфет.
куда жду. Ну вот, ребята, на сегодня все типы людей и... Господи, этот тип такой был странный, когда ждешь от кого-то вкусняшку. Кстати, странка моя под конец появилась. Ну, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, поставьте лайки. Дизлайки я прошу не ставить. И подпишитесь на канал. А я всех люблю, целую. Пока.